В моем случае это было вообще решающим. Как ты попал на Amazon? Потому что производство в Китае, какая разница, куда нам доставлять, в принципе, не принципиально. Ты там не так сильно кому-то нужен, как здесь в России. Волшебства не будет вообще никакого. Мы приобрели лицензию Маша Медведь. Все искренне, прям вот душу так вот вывернул и в текст заложил. Вот. Прям писать, типа... Так, внимание, Минэкономразвития запустило новое YouTube-шоу для предпринимателей, для тех, кто хочет быть предпринимателями. В общем, ты можешь получить советы от экспертов, участников списка Forbes. Реально топы бизнеса участвуют в шоу, помогают предпринимателям получать результаты. И самое главное, разыгрывают даже инвестиции. Переходи по ссылке, смотри первый выпуск, участвуй и делай бизнес. И история, как за год появилась компания Пеленкины, которая сегодня продается, наверное, во всех, да, маркетплейсах России. Да. Также мы уже видим ее на Amazon американском. Где японском. Еще? Вот сейчас можно купить японский. Да. На японском Amazon. У нас было интервью где-то полгода назад. Мы тогда разбирали вот на тот момент создание, да, там вот этого пиара внутри, когда блогеры были, когда вы выходили на там площадки, договаривались. И вот у меня три таких вопроса на это интервью. Это в чем разница работы на внешних рынках в отличие с местными, особенно вот маркетплейсы, какие сложности там выхода туда, можно ли тебя повторить? И все думают, что ты попал пальцем в товар, который настолько успешен. У меня была цель тогда найти какой-то себе товар, который я могу там реализовывать из Китая сюда. И так, который может вписываться в мои денежные средства, чтобы я его мог закупить там и так далее, доставить сюда и продать его здесь, заработать. Был список 300 товаров популярных там, из которых, которые были разбиты по категориям. Я подумал, что это супер, потому что дети будут рождаться всегда. Я как-то рынок посмотрел, проанализировал, понимал, что как бы это на каждый день этот продукт, вот, значит, нужен каждым родителям. Вот. А второй момент – это то, что его очень хорошо вести, он не слеживается, в конечном счете его можно продавать сколько угодно долго, ну, то есть не бояться, что нету он испортится. Срока годности, да. Нету проблем в перевозке, его можно бросать, да, упаковать в баулы, нету сложности в упаковке. Да, и получается, есть спрос, понятно, то есть пеленки как бы используют мамы там на каждый день, то есть это, ну, в моей голове это было так, вот, то есть вы ставите какую-то перед собой, в первую очередь, конечную цель, как вы хотите, например, если вы там, ну, хотите быть там всегда маленькими, например, там и брать, ну, грубо говоря, продавать там через Инстаграм или через там свой магазин, проанализировав конкурентов, ты там принимаешь какое-то решение, правильно как ты его заупаковываешь и так далее. Но если ты ставишь цель в глобальном масштабе, так, да, то ты должен четко понимать, во-первых, экономику своего товара. Ты вот, например, ты понимаешь, что твоя экономика, например, не позволит тебе ни за что зайти в сеть, например, потому что у тебя тупо нету заработка и есть большие риски. Нет маржи. Если твой товар будет залеживаться на полке, в офлайн-магазине полка – это дорого, тебе просто оттуда в какой-то момент будет ротация, тебя выкинут оттуда и найдут новых. Вот. И плюс, конечно же, там нужно проанализировать конкурентов, посмотреть вообще, чем именно ты будешь цеплять. Мы сделали правильную упаковку, сделали фирменный стиль, и я вот, мне кажется, могу смело сказать, что это... В моем случае это было вообще решающим. Пару слов. Выставка. Почему ты сюда стал? Сколько стоит здесь участие? Здесь люди в определенном атмосфере, они готовы искать новые товары, на которых можно зарабатывать. Они готовы искать новых партнеров себе. Мы все здесь на одной волне. То есть здесь никого не надо уговаривать. Здесь все, кто приходит, они все уже потенциально заинтересованы. Выставка «Мир детства» крупнейшая, это, да? Это крупнейшая в России, да, выставка вообще. Детских товаров со всей России приезжают сюда стендисты. Я заметил, что помимо пеленок у тебя появились сумки. Много чего появилось, да. То есть в потенциале ты будешь развивать всю линейку, да, по детским товарам? Все, что, да, по детским товарам.
развиваем полностью детскую линейку. У нас сейчас есть рюкзаки, появляются, есть простыни, спальные мешки, одеяло, свинявчики. Конверты будут? Конверты, да. Отличие торговли здесь на маркетплейсах и работы с местными там, другими предпринимателями. И вот как ты попал на Amazon, американский, японский. Вот для меня японский, например, самое интересное. С партнером много раз затрагивали эту тему, что, может быть, нам надо выйти все-таки на мир, потому что производство в Китае, какая разница, куда нам доставлять, в принципе, не принципиально. Мы также можем открывать там офисы и так далее. Вот. И мы как-то немножко боялись сначала эту тему, как-то ее обходили, типа, давай здесь сначала как-то вот вырастем в потолок, как бы потом пойдем постепенно везде. Вот. И мы с ним сидели в апреле там в ресторане, и я говорю, слушай, а давай, чем мы переживаем? Говорю, давай выйдем, для этого ресурсов не так много нужно. Вот. Поставили для себя эту цель, поставили для себя какой-то бонус, что поедем там на танках кататься, как бы если выполним эту историю. На вот. Танках кататься? Да, да, то есть на танк прям все так. Четко. Вот. И какая следующая тема была? Мы начали изучать, как туда зайти. Оказалось, что на американский рынок зайти просто. Там не нужно там каким-то быть юридическим лицом, достаточно быть индивидуальным предпринимателем. И вообще даже можно физлицем тоже регистрироваться. Мы там зарегистрировались как индивидуальный предприниматель, открыли через Payoneer, там есть такая система платежная, открыли банковский счет, получается, в Америке в банке, вот, чтобы туда Amazon нам перечислял деньги. И нашли логистов, соответственно. Вот. Чем отличаются продажи на Wildberries, на Озон, но на местных маркетплейсах от продажи на Amazon? А вот, как бы это и есть такая, ну, самый основной такой вопрос. Вот получается, что когда мы туда заходили, мы-то думали, что это просто то же самое, но просто в геометрический прогресс. Объясни, что значит то же самое. Ну, тоже так же будет качать, без вложений в рекламу там и так далее. Маркетплейсы там в России, в Украине, там в Казахстане, да. Они как работают? Ты заводишь туда товар. Да. Ну, по сути, они выполняют функцию фулфилмента. Они 100% да, товар продают. Плюс они, да, принимают деньги от клиентов. Но самое крутое, они еще и генерят тебе клиентов. То есть ты выводишь товар, а он его максимально поддерживает, потому что он заинтересован в том, что он берет свою комиссию, да, за продажу там, и так далее. Вот. Так. Мы поставили туда товар, и там день проходит, ноль продаж. Там день, второй проходит, ноль продаж, третий, ноль. Ну и так как бы неделю стояли. Ты там не так сильно кому-то нужен, как здесь в России. Там и так все хорошо без тебя. Вот. А китайцы валом? Вообще всего валом. Во-первых, там как бы очень, как бы, да, действительно, вот много китайского ширпотреба всякого, неупакованного, с плохого качества, то есть туда все валится, потому что, опять же, там нету барьера, например, что тебе на начальном этапе, например, не нужны какие-то сертификаты, юрлица, и как бы, и вот поэтому там, грубо говоря, каждая собака там продает. Там нельзя просто сделать описание такое, ну, обычное какое-то, да, там, типа, как вот, например, здесь, на наших локальных маркетплейсах, там, грубо говоря, просто описание, которое не сильно так играет роли какой-то, вот. А там описание – это вообще фундаментальный момент, потому что написание заголовков, написание основных текстов, буллетов, кейворд, ну, ключевых слов каких-то – это все влияет на продажи. Вот. Это все влияет на твою выдачу и так далее в поисковых запросах, именно в рамках площадки Амазона. Вот. Мы это все оформили, все сделали, продаж все равно не было. Вот. Поняли, что внутренние инструменты для рекламы – это как бы контекстная реклама в рамках, получается, самого Амазона. То есть это как Яндекс.Директ, только там как в Яндексе это под поиском, да, где-то, вот, там платишь за клики, то там такая же история, только ты платишь также за клики там, на каких-то рекомендованных товаров и так далее. Поэтому если у тебя нету там вот, нету рекламы, то так. Там ноль продаж, во-первых. Это первое надо понимать. Ничего, волшебства не будет вообще никакого. $700 тратишь, 200 зарабатываешь. Это без учета чистой прибыли, это просто заказов на $200. Не с учетом того, что у тебя там логистика, товар лежит. То есть у тебя просто $200 есть. То есть все, что вокруг Амазона, как какая-то волшебная пилюля, вот это вот все расходится, это не так? Это вообще не так. То есть если тут люди еще не избалованные, и для них это в новинку все, ну, вообще все товары, там, типа, и особенно там онлайн, там, и, ну, вот эти маркетплейсы,
там муслиновые пеленки, ну вообще как бы это такая новая здесь тема, она еще такая не сильно такая распространенная. Там люди зарабатывают много, но товары стоят очень мало, очень дешево. Не то, что как бы там типа на 5%, там на порядок 20-30% стоят дешевле товары. Потому что вот даже пеленки, например, да, Aden & Lace, которая мировая крупная компания, да, она стоит там дешевле, чем мы здесь. Как найти партнера ребятам, которые сейчас ищут себя, которые были в твоей стадии, которые там имеют навыков, опыта? Вот, дай свой взгляд. Потому что мой взгляд им сейчас, может быть, не до конца релевантен, а твой еще очень по возрасту, да, очень подходит. Вот я, блин, вот прям 2 дня назад подписался на Алекса Яновского, этого там Суши, там основатель. Вот. А мы знакомы. Да, вот. И там, знаешь, там прям реально ему задают такой же вопрос. Не думал, что мне тоже такой вопрос зададут. Вот. И он ответил, вот реально, вот искренне правильно. Он сказал, это как с женщиной, которая хочет выйти замуж. Это также найти партнера, ну, также там с предпринимателем, который хочет найти партнера. Вы должны быть привлекательны. Вот. Потому что как бы непривлекательные женщины, да, они, ну, как бы пользуются спросом гораздо ниже, да, и замуж выходит гораздо реже. Поэтому здесь то же самое. У меня просто продукт был как бы привлекательный. У меня уже была упаковка, и у меня была... Самое главное, я как личность, я был максимально как бы заряжен и готов был, доказал партнеру, что я готов отдаваться там на 500% нашему делу. Вот. Через пару месяцев немножко даже, ну, завидовал по чесноку. Я знал. Я даже завидовал Боре, потому что ты был вот рядом. И мы встречались периодически, да, я тебе, да, там писал какие-то задачи, которые надо было делать, и подтягивал тебя потом, да, чтобы найти партнера. Да. Первое, нужно иметь продукт, нужно быть, да, привлекательным. Показывать на этом продукте уже некий результат, да, показывать, что за счет партнерства вы можете расти вширь, иметь этот мотив, расти вширь, то есть, да, быть большим. И дальше... Ну, где его найти? То есть в правильных местах, где такие люди находятся, где они могут быть? Я вот думаю, что самое главное еще, как бы к этому, ко всему, я вот убеждаюсь неоднократно, что помимо быть вот там, ну, говорить, да, нужно вот еще делать. Все равно такие сети крупные, они уже, ну, довольно избалованные, как бы, да, с выбором и так далее. Их нужно максимально как-то заинтересовывать. У нас довольно демократичный стенд. Здесь есть стенды, которые там с застройкой, с большой, там, ну, да, пафосные, да, такие вот. И мы подумали, ну, зачем нам тратить еще там, например, 500 000, привлекая внимание вот этим вот. Если, например, сама выставка дает возможность, например, за дополнительную плату, там, по-моему, в районе там 45 тысяч на человека, поучаствовать, во-первых, в форуме, где будут... говорить все тренды там и так далее, всякие генеральные... То есть это совет для участников, для будущих, да, участников выставок, да. Да, участвовать, да, в мероприятиях, которые организовывают, да, то есть выставки. Это происходит в момент именно выставки, вот. Скажи, пожалуйста, вот мы тут кулуарно разговаривали, что ты купил лицензию известного очень, да, такого персонажа. Да. Расскажи об этом. Получается, что мы приобрели лицензию «Маша и Медведь», вот, это... Самый популярный сериал в мире, который зашел, мультсериал, который зашел в Книгу рекордов Гиннесса. А лицензия стоила вот на все рынки, это 12% от предполагаемого оборота, но вышло примерно 1,5 миллиона рублей. Ну, как бы это их страховой депозит, что я должен продать как бы на эту сумму. За год? За год, да. Я выступал в этом же, по-моему, зале, да, 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 на China Commodity Fair. И мы тогда встретились, ты мне всунул тогда 2 свертка. Там было там что-то, да, на бумаге написано «Пеленкины». Да, да, я вот как сейчас помню, это такой момент был. Вот я не помню, я тебе, наверное, не рассказывал эту историю, но это будет интересно послушать как бы участникам. А у меня до этого, ну, получается, ну, это мой первый старт, да. Вот, и я помню, как я сидел, изучал там продвижение в Инстаграм, вот тоже как-то самостоятельно все это делал. Был метод продвижения сторителлинг. То есть вот искренне расскажите о своей компании вообще, вот, да, что вы сделали и так далее. Вот, и я вот там что-то делал, настраивал какую-то рекламу там, Facebook и так далее, потом что-то отбросил, а это уже прошло там 2 месяца после, как я закончил фабрику, и я вот сел, и внутренне как бы я так искренне прям подготовился, переварил все это, и вот искренне как есть, без всяких там
без всяких там приукрашиваний, какие сложности были и так далее. Вот я все искренне прям вот душу так вот вывернул и в текст заложил. Вот. И разместил это в группе «Фабрики». И люди начали прям для меня неожиданно, а я еще понял, что, и там еще прям пример был, что сторителлинг, типа один пост может заработать типа миллионы долларов. Один пост всего лишь, вот. Я думаю, блин, это круто. И я прям понял, что потенциал большой в этой теме, нужно это, к этому подготовиться. Я все подготовился искренне, настроился, то есть не фальшиво, а реально искренне, душой, вот. И вложил в текст все, что я думал тогда. Сообщество в группе. Сообщество в группе, да. И люди начали писать. Прям писать, типа, ты красавчик, спасибо, там, туда-сюда. Ну, типа, ты молодец. Вот, ну, поддержки. Я всем отвечал, прям вот всем, типа, спасибо за поддержку и так далее. И в какой-то момент написал, получается, Дима как раз написал, там, круто. Я вот как сейчас помню, пришел домой, я не видел это. Я такой смотрю, Дима Ковпак, написано комментарий, круто. И я просто реально, вот как сейчас помню, взлетел просто на этом стуле. Я такой думаю, блин, ну нифига себе, типа это там Дима Ковпак там меня заметил, там типа вообще круто. А я еще, самое интересное, когда обучался, я смотрел там интервью каких-то ребят там, которые в Сочи какие-то там достижения сделали, еще что-то. Я думаю, ну возможно, когда-то через несколько лет там у меня тоже там Дима Ковпак возьмет интервью, там типа и так далее. Сейчас вот. Сентябрь. Ну да, вот получается как бы реально, ну там, ну год и там 3 месяца прошло, вот. А нет, это, я тогда думал, тогда-то раньше все, вот. И получается, что я такой все подпрыгнул, я такой написал, спасибо, Дмитрий, я там вас не подведу, типа, вот супер, как бы, спасибо, что вы тоже на меня обратили внимание. И меня, короче, начали люди звать, там, типа, слушай, Максим, а можно я тебе позвоню, там, можно меня проконсультировать, а можно я там с тобой встречусь, можешь ты мне там уделить какое-то время, я там тоже, у меня проект, можешь рассказать там туда-сюда, вкратце там, что ты сделал, там, можешь как-то подсказать, что мне нужно сделать, вот. Я думаю, такой, хорошо. И мне парень один такой, он пишет, слушай, а ты на форуме будешь на чайной команде FA, вот на выставке? Я говорю, да не, не планировал, говорю, ну я подъеду. Говорю, хорошо, ну он хотел со мной встретиться. А я подумал, ну в фабрике, наверное, много людей, которые здесь будут тусоваться, а меня никто не знает в лицо, а Пеленкины уже, получается, знают, вот. Как сейчас помню, и я пришел сюда на выставку, и мне парень говорит, слушай, а ты знаешь, здесь Дима Ковпак выступает? Я говорю, нет, не знаю, типа, и не знал. Он говорит, а тут бесплатно, пойдем посмотрим, как бы. И мы пришли раньше, там сели на первый ряд, вот. И он мне начинает рассказывать про свой какой-то проект, то, что он делает, вот. И уже люди собираются, так, и так далее. А при этом, как бы, у меня опять же не было там ничего. Я вот, как бы, обычный студент, вот я начал делать какой-то проект. И для меня какие-то всякие личности знаменитые, уже чего-то добившиеся, для меня всегда были такие в авторитете, для меня это было прям, ну, подражание, вот. И заходит такой Дима, вот, и у меня реально уже уши закладывает, я уже понимаю, что я уже этих ребят не слышу, уже понимаю, что у меня сейчас есть возможность как-то, возможно, к тебе потом будут сотни тысяч человек подходить вот так вот, но вот это мой, не, да, это мой личный такой лайфхак, я его ни у кого не украл, вот, и получается, что Дима подошел и сел на первый ряд, вот, на первый ряд, а я рядом сижу, у меня уже реально, уже парней уже не слышу, все. А смотрю, он сидит, я уже думаю, блин, надо как-то там подойти, надо что-то там как-то вообще завязать в разговор. Вот, а я с пакетиком, все, я такой собрался с силами, иду, все, говорю, Дмитрий, здравствуйте, там, спасибо за фабрику. Что же он говорит? Он говорит, слушай, не уходи, интересно с тобой будет пообщаться. Я такой говорю, ну, я говорю, давай, пообщаемся, как бы, типа, окей, не проблема. Вот, и выхожу, он говорит, слушай, ты можешь найти Дэна, моего оператора, ты можешь ему интервью дать? А я вообще в жизни никогда интервью не давал, я вообще не понимаю, как это. А у нас есть вот эта запись? Да, там, она самая первая. У меня астма, я задыхаюсь, я вообще не понимаю, что сейчас нужно говорить и так далее. Потом, типа, дал первое интервью, всем вообще растрезвонил, типа, что я как будто, я не знаю, я реально как бы зашел в книгу рекордов Гиннесса, я не знаю, какие-то эмоции, но вот нет, не передать, конечно. Если у кого-то есть мысль, чтобы проявить, ну, к себе интерес от людей, которые уже что-то добились, а важно что-то самому тоже сделать, хотя бы на каком-то уровне, и ответить за то, что ты сделал. Вот. Поэтому, мне кажется, это очень важный момент. И вот поэтому я так запомнил. Поэтому ты здесь. Да, и поэтому я как-то оказался здесь. А ты там смотришь это видео. Сейчас определить свою судьбу, прямо сейчас. Мы будем следить за Максом, будем подсказывать, помогать по возможности. Через год уже стенд будет вот такой вот, типа. Вот, поэтому вот. Успехов тебе. Спасибо большое. Да. Лайк, подписка. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Да, мы будем стараться.